Приветствую вас, чтобы помочь вам разобраться в себе, нужно с вами как раз побеседовать, с вами нужно пообщаться, нужно разобраться с тем, что вы чувствуете, нужно понять, что вы ощущаете. Вот, и тогда я полагаю, что вы своей цели достигнете в плане того, что вот, поймете, что происходит. Вообще, мне вот показалось, что вы как-то вот очень сильно зависите, что ли, от своего, ну, от своего мужа, может быть, от мужчины вы своего зависите. Вот мне так показалось больше, по крайней мере, исходя из того, что вы написали, да, тут мне показалось, что вы чересчур завязаны на своем муже, чересчур завязаны на том, что будет с ним, чересчур, в общем, ну, чересчур зависите вы, в общем, от людей других. Вот. И, собственно, в этом направлении вам нужно двигаться, на мой взгляд, по крайней мере, да, то есть в направлении того, чтобы снизить значимость своего мужчины для вас, для себя. Вот, и когда и если вы это сделать сможете, вас это будет не так волновать. А сейчас, понятное дело, вас это беспокоит, потому что, ну, муж все-таки, это тот человек, это та фигура, которая вам важна. И, естественно, что вы чувствуете некоторую зависимость от него, естественно, вы переживаете, потому что боитесь, что что-то пойдет не так. Вы боитесь, что с ним что-то случится. Вот. Понимаете, какая штука. И здесь, вот в том, что вы боитесь с ним что-то случится, а это вот, ну, к сожалению, не столько связано с тем, что вы боитесь, что с ним что-то случится, вот. Сколько боитесь, что по вам это, как-то вот ударит, понимаете? И вот, соответственно, такая вот история. Нужно понять, что именно в чем, точнее, именно вы нуждаетесь, чего вы хотите,
и это реализовывать самостоятельно. Вот, в принципе, все, что я могу вам сказать, пока что. Именно пока что, на данный момент. На данный момент это то, что я могу вам сказать. За больше информации уже нужно с вами разбираться. А я бы даже, может быть, предположил бы, вот, что вот эта вот эмоциональность, с которой вы отреагировали на смерть парня, она, это эмоционально связано с тем, что вы не реализованы. Ну, до конца. Вот. Понимаете? То есть тут вот нужно все-таки как-то вот поисследовать этот момент. На мой взгляд. И разобраться с этим. Опять же, для вас, опять же, для все это ради вашей собственной выгоды и ради вашей собственной безопасности и ради вашей собственной гармонии. Вот. Можно и нужно делать. Так что смотрите, выбирайте, если вам интересно, то обращайтесь за помощью к специалистам, и мы вам поможем. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если понравился, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.